Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Приветствую вас на канале. Огурцы букетного типа плодоношения – находка для огородника, который не может посещать свою дачу ежедневно. У таких огурцов в пазухах листьев формируются от 3 до 8 завязей в каждом узле. Такой тип плодоношения называется букетным или пучковым. На растении образуется большое количество завязей, за счет чего и получаем хороший урожай. В разгар плодоношения, когда налив завязи происходит на многих узлах, на растении могут сразу вырастать по 15-20 огурцов. Можно в выходные наведаться на дачу и сразу собрать отличный урожай. Когда в узлах формируется большое количество завязей, растение особенно нуждается в частых подкормках. Одной подкормкой в месяц здесь не обойдешься. Чтобы шло непрерывное плодоношение, огурец не приостанавливал завязывание и рост зеленцев, подкормки вносим раз в неделю. Подкормка, которая лучше всего подойдет для огурцов пучкового или букетного типа, очень легко готовится. Я вам дам два рецепта подкормки, которые нужно чередовать. Одна неделя первая подкормка, другая неделя вторая подкормка. Для приготовления первой подкормки нам понадобится куриный помет. Мы его разводим в горячей воде один к одному. Это маточный концентрированный раствор. Для приготовления рабочего раствора разводим 250 грамм или 1 стакан концентрата на 10 литров воды. Концентрация получается слабая, 1 к 40. Это идеальный состав для огурцов и любых других тыквенных культур. Можно добавить в подкормку любые биопрепараты. Они хорошо размножаются на органической среде. Поливаем по 1 литру подкормки под каждый куст огурца. Вторая подкормка тоже органическая. Для ее приготовления нужна зола и горячая вода. Для приготовления подкормки 1 стакан золы заливаем горячей водой, настаиваем до остывания, доливаем воды до 10 литров и поливаем по 1 литру подкормки под каждый куст огурца. Избыток азотных подкормок, недостаточный полив, сильные перегревы почвы и недостаток солнечного света снижают количество завязи в узле. В открытом грунте можно значительно повысить урожайность пучковых огурцов при выращивании их на шпалере. И в теплице в открытом грунте на шпалере растения обязательно формируют прищиповые боковые побеги. Своевременный сбор огурцов способствует образованию наливу новых завязей. Огурцы с букетным типом цветения обладают достоинствами: стабильный высокий урожай, огурчики не перерастают, чем больше огурцов в пазухе, тем медленнее растет каждый из них, поэтому пучковые огурцы не успевают превратиться в слонов-переростков. Это особенно ценно для огородников, которые приезжают на дачу только в выходные дни и при этом хотят получить качественные огурцы для зимних заготовок. Я надеюсь, видео понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, увидимся!